Всем привет! Салют! Друзья, мы сегодня будем готовить шаурму, а шаурму мы будем готовить только в микроволновке. Попробуем? Да, только так, в микроволновке. Да. Ты уверен, что только в микроволновке? Да, а что тебе еще надо? Мясо тоже готовить в микроволновке? Да, конечно, сейчас я тебе все покажу. А сейчас я вам покажу, какие у нас есть ингредиенты. У нас есть перец, у нас есть сыр, у нас есть куриная грудка и у нас есть... капуста. Это все, что было у меня в холодильнике, я вот собрала. Ну и, естественно, у нас есть лаваш, который мы купили только что. Первый раз взяла я филе продукции каждый день. Ну, не первый раз, мне кажется. Нет, первый раз. Первый? Как-то да, ты мне пытался... втюхать. Да, я как-то сопротивлялась. Так, нарезаем мы наше филе кубиками. Не крупно. Примерно вот такими вот кубиками. Так, порезали мы кубиками и заливаем водой. Так. Залили водой, теперь нужно обязательно посолить. Солим, солим, я люблю пересоленную курицу. Так. Посолили, теперь обязательно перемешать. Так, теперь мы ставим на 9 минут в микроволновку. Все, ждем 9 минут при мощности 800 ватт. Ну и пока наша грудка там варится, мы будем нарезать капусту. Чем мельче, тем лучше, конечно. Естественно, помнем нашу капусту, чтобы она дала хоть немного соку. Друзья, я здесь подумала, у нас все равно пока курица варится, время еще... Сколько там у нас еще? 7 минут осталось. Пока у нас это все там варится, готовится, мы сейчас почистим тут пару картошинок, да, Рашан? Угу. Пожарим и добавим шаурму. Я думаю, это вообще супер. Огонь. Да, давай. Ты чистишь, давай, а я ее поджарю, хорошо? У нас нынче картошка не айс, вообще ужасная картошка. Да, наверное, везде такая, где бы не покупали. Болезнь, что ли, не пойму, что это такое. Какая-то как болезнь. Угу. Картошки на болезнь. А что, люди болеют? Тут реально вот такая вот. Нет, вот это еще ладно, вот здесь вот какая-то вот такая вот белая штука, как плесень. Так что будет у нас как попало все. Хорошо, если она сейчас начнет Рушан стрелять, что тогда? То что, ничего? То я убегаю, а ты бежишь, мешаешь. Да. Договорились? Ну что, где стреляет? Тебе повезло, сейчас и стреляет. Так, и посолим. Пока наша картошечка обжаривается, наше мясо варится, мы с вами нарежем быстренько перец. Рушка, не воруем, не воруем. Я проверяю, достаточно ли спелый этот перец, сейчас не распробовал. Достаточно, Рушан, достаточно. Да, и правда, достаточно спелый, очень хороший. Очень Советую, хороший да? перец, да, рекомендую. Вот, рекомендую перец и зашару. Мы ее перевернули. Мы будем натирать сыр. Сыр мы будем натирать на крупной терке. Рушан просто говорит, давай пожарим картошку. Я опять говорю, да? Вообще-то у меня шаурма была только в микроволновке. А по ходу всего этого действия я и забыла вообще, что мы жарим картошку. В твою шаурму мы засунем картошку. А моя шаурма будет приготовлена только в микроволновке. Давай. Я, кстати, попробовал, кстати, что вкуснее. Угу. Ой, Рушан, оно заклинило. А вот, все. Наше мясо сварилось. Вытаскиваем его. У-у-у. Мясо сварилось. Главное, чтобы Диана со стула не свалилась. Так, мяско готово. Сейчас мы проверим, мягкое оно или нет. О, мягенькое, мягенькое, мягенькое. Готово. Так, давай еще кетчуп добавим, Рушан, только никому не говори. Ну, кетчуп. Нормально? Так,
Добавим немного перца в нашу курочку. И добавим немножко кетчупа. Достаточно? Давай еще. Ха, перец. Достаточно? Давай, хватит. Угу. Так, перемешаем. Все, будешь ты дальше работать? Да. Давай. Так, друзья, мой поваренок приступает. Так. Тебе чего? Я бы сюда немного кетчупа положил. А может майонеза? Ну или майонеза. Ну давай. Как раз я сегодня майонез купила. Где-то он здесь. А, вот у нас еще, кстати, вот такой вот майонез. Да. Так. Только давай это будет твой, хорошо, потому что я не сильно много люблю. Кстати, не то, что не сильно много, я майонез вообще не буду. Так. Я не очень люблю майонез. Раскладываем капусту. Угу. Аккуратно. Далее мясо. Мяско. Сколько мяск? Мне это тоже оставь. Ну-ка, тебе поменьше. Да шучу. Почему не поменьше? Мне поправляться надо, я худая. Так от грудки не поправишься. Так. Так, я забыла, это моя, да? Да. Так. Конечно, в идеале было бы побольше перчика, там еще красненький было бы красиво. А ты, кстати, можешь всю картошку выкладывать уже себе, что это вся твоя картошка. Да? Угу. И, мне кажется, дофига будет. Ну ничего, зато будет какой сочный. Кстати, и недорогой, если так вот взять, посчитать по граммам, да? Здесь три у тебя картофана, пол перца, капусты чуть-чуть настрогал, куриные грудки. Так. Стоп, Рушан. Чё? Сыр забыл, давай. Давай я тебе сейчас помогу. Насыплю сюда сыра. Про сыр-то мы забыли совсем. Так, чуть-чуть. Все, мне хватит. Угу. Теперь давай упаковывай. Так. Может быть, если у тебя там есть жареная картошка, не хочешь пожарить его? Нет, может, ты обжаришь? Да, я в микроволновке буду. Теперь собираем мою шаурму. У меня будет идти без майонеза. Это мой маленький Рушан. Ну, это мужской и женский. Ладно. Ну что, тогда упаковываем их, складываем и отправляем в микроволновку, чтобы наш сыр расплавился. Опс. Поехали. Надеюсь, поместится. Микроволновка у нас маленькая. Ну, я думаю, так. Он тут крутится? Да, будет. Не задевает ничего? Нет. Будет крутиться. Ну, все. Погнали. Минуты на две. Ну все, нагрелась наша шаурма. Надеюсь, сыр там расплавился. Мы сейчас это посмотрим. Разрезаем ее. Так. Это Рушана аппетитная шаурма. Ой, она еще горячая, конечно. Как бы мне справиться? О, смотри, ну, тянется, конечно, сыр. Ой, как это аппетитно, слушай. Ой, сыр тянется. Ну что, теперь мою режем. Так, ружка уже тут все вываливается. Разрезаем. Все хорошо разрезали. Смотрим. Сыр надо было положить сверху, но как там, конечно... Ты и не поймешь, с какой стороны сыр. Ой, какое объединение. Глянь.
Аппетитно? Так, решили мы на всякий случай запивать минералкой. Ну, мало ли, вдруг Рушан подавится. Угу. Ладно, чтобы не углем активированы. А чё у тебя такой пятак красный? А это только у меня прыщик выдавил. Да, пить охота. Ну чё, погнали? Что, погнали. Шаурмастеры, блин. Супер? Да. Мне нравится. Мне тебе нравится картошка, вообще бомбически, да? Угу. Уродуешь? Картошечка прожарилась, кстати. Картошка, да, сыр тянется у меня. Странно, да? Угу. Чего он тянется? Прикольно с картошкой. Что? Прикольно с картошкой. Вкусно? Да. А тебе как? Ну дай попробуйте с картошкой. Может, заберу тебя? О, у тебя вообще тут... Гляньте, у него тут чего только нет. Как аппетитно. Все это выглядит. Ну, тут и мясо побольше. Слушай, вкусно. С картошкой жареной. Кстати, попробуйте, кто не пробовал. Вкусно, конечно. Вкуснее даже. А у меня получается, у тебя все то же самое, только картошки нету. Угу. Угу. Я этого пробовать не буду. Я тебе не дам. Ну что, друзья, на этом наше видео подошло к концу. Мы наелись. Пробуйте, экспериментируйте. Всем пока. Пока-пока. Чего это было?